первый раз в жизни начинаю приветствие вот с такой прической. А все потому, у меня сегодня концерт на хореографии. Круто! И поэтому я немного вам решила рассказать об этом событии, так сказать. Сегодня я встала достаточно рано, чтобы сделать все уроки на завтра, потому что после школы у меня будет не так много времени. И слава богу, я все успела сделать. Ребят, сейчас я уже иду в школу. Сейчас подхожу к Алёниному дому, и потом мы вместе с ней поедем на автобусе в школу. Не хочу. Он не просто смотрит на меня глазами, он орёт на весь дом. Это... Давай поставим хэштег разговоры с Алёной. Давай. Прямо вообще хэштег новый. О, у меня курточка светится. Да, вообще прикольно. Русский, мы писали контрольную! Ура! Мне кажется, у меня будет четверка, потому что я там одно слово пропустила. Я замазала его корректором и забыла написать. Идеально. Я надеюсь, что у меня будет 5-5, потому что если у меня не будет 5-5, то все, мне хана. А чего там такого-то? Научила, я открыла ей мир. Да, она мне открыла мир. Что там? Давай, как учились. Давай. Как ты? Давай. Нет, там сначала что-то было другое. А еще мы сейчас идем go to the home. To home. To the home. To home. Короче, я не конца... Да пофигу. Короче, кто не знает английский, мы пошли домой. Сейчас гуляю с собакой. Сегодня у нас на улице, на удивление, не очень холодно. Ну что ж, ребята, сейчас нам надо переодеваться и кушать. Ну, да, давайте. Ребята, я покушала. Удивительное событие. Как я вам уже рассказывала утром. Интересно, я вам рассказывала утром? Я сделала все уроки уже на завтра. Сейчас у меня есть примерно 1:20, 1:15 времени свободного. За это время сейчас я выложу видео и, наверное, поделаю дистанционные предметы. Так как у нас школа, она теперь не наша школа, что? Давайте немного историй от Яны. Наша школа, ее теперь полностью снесли и хотят теперь построить новую школу. Большую, красивую, прикольную. И пока мы учимся в другой школе. И нам предоставили достаточно мало классов, поэтому мы учимся с 9:50, а не с 8. И у нас есть некоторые уроки дистанционные. Это физкультура, ИЗО, музыка и технология. А, и еще краеведение. По всем предметам, кроме краеведения, я все уже сдала. И сейчас давайте мы будем с вами делать краеведение. Итак, для начала мы выложим наше видео в ютубчик. Ну все, ребят, я видео уже выложила. Теперь, наверное, поделаю краеведение. Потом я уже буду собираться на хореографию. Потому что еще перед концертом у меня еще будет один урок. А потом сам концерт. Сейчас произошел небольшой форс-мажор. Я спокойно себе сидела и делала презентацию, но в один момент нечаянно вышла из программы. Презентация не сохранилась. Сейчас я делать буду все заново. Очень круто. Также, ребята, обычно всегда перед выступлением нас там накрашивают ресницы, тушь, брови, губы. Ну, наверное, многие, кто выступают, они знают, что как бы это смотрится издалека лучше. И поэтому сейчас я должна нанести на свое лицо крем, потому что кожа у меня очень-очень сушится. Также, ребята, сейчас я немножечко подкрашу брови. И сразу говорю, не кидайте тапочками, я не крашусь. И вы, наверное, сейчас спросите, откуда у меня такая косметичка. Это все из-за того, что я сейчас довольно часто выступаю. И мне эта косметика необходима. На самом деле, я даже краситься не умею.
ребята, знаете, линзы одевать это очень сложно. Я сейчас тут прям вся прослезилась. Так, мне немного надо торопиться, потому что я чуть-чуть совсем опаздываю. На улице отличная погода, а я сейчас забегу быстренько в магазин. Покушать что-нибудь надо купить. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Урок закончен, урок закончен. Мы вышли и уже идем в ДК с костюмами. Танцуй давай. Я снимаю. Давай танцуй. 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 Ребенку скоро 12 лет. Я снимаю платье, но я люблю. Сейчас надо переливаться на второй. Мы сможем. Уходы, да? Еле-еле мы успеваем, но мы вроде бы успели. Чё? Да, молодец. Я давай, что такое? Мне надо, чтобы меня застегнуло. А теперь переодеваемся на самый последний номер. Да. А я? Она помогает мне. Спасибочки. Я дома. Сейчас надо смыть вот эту прелесть. Это не прелесть. А сейчас мне надо еще помыться, полностью смыть весь лак. И полностью помыть всю голову. Короче, все помыть. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Ну и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до новых встреч!